Национальному центру повышения квалификации УРЛЮ по итогам внешней оценки на соответствие стандартам аккредитации Европейского института аккредитации, сертификации и обеспечения качества АКУИН Германия присвоен сертификат о международной институциональной аккредитации. Статус полной аккредитации действителен до конца 2029 года. Процедура международной институциональной аккредитации в соответствии с требованиями АКУИН была начата еще в 2022 году. Качество отчета по самооценке УРЛЮ на соответствие стандартам международной аккредитации позволил продолжить процесс внешней оценки, и в апреле 2023 года состоялся визит внешней экспертной комиссии АКУИН УРЛЮ. Организационная структура УРЛЮ, наличие внутренней системы обеспечения качества, подходы к распределению бизнес-процессов по разработке, реализации образовательных программ, организации деятельности профессорско-преподавательского состава, мониторинга результативности обучения, а также функционирования служб поддержки слушателей в посткурсовой период соответствует ESG. Достижение вызовов выведет УРЛЮ на более высокий уровень качества в непрерывном профессиональном развитии педагога.